Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 сентября. 3618 мучеников в Никомирии пострадавших. Царствование римских императоров Диоклетиана и Максимиана. Это в 284 году Римская империя разделилась на восточную и западную. Первый управлял Диоклетиан, а вторую – друг его Максимиан, царствовал с 284 по 305 год. В это время пострадал за Христа в Никомидии 3618 мучеников, пришедших из Александрии. По убиению святого Петра, архиепископа Александрийского, убийцы его уверовали в Господа со всеми своими домашними и со многими другими, желавшими умереть за Христа. Взяв с собой жены, детей и всех ближних, они добровольно пошли в Никомидию на мучение за Христа и явились к царю, восклицая: «Мы христиане!» Услыхав это, Диоклетиан пришел в смущение и сначала посредством ласкательств увещевал их отречься распятого. Но когда они не повиновались, повелел воинам усечь их перед собой мечами и тела их бросить в горные пропасти. Спустя много лет честные мощи их были обретены по причине последовавших чудес святых мучеников. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.